Здравствуйте, я ваш электронный гид по личному кабинету Tricolor TV. И сейчас я с удовольствием расскажу о том, как получить пароль для входа в личный кабинет, чтобы воспользоваться этим удобным и современным сервисом самообслуживания. В личном кабинете вы самостоятельно и в любое удобное для вас время сможете управлять денежными средствами, просматривать историю платежей, активировать новые услуги, а также найдете ответы на часто задаваемые вопросы технического характера. Попасть в личный кабинет можно при помощи уникального номера ID вашего приемного оборудования и пароля, который можно получить тремя способами. СМС-сообщением на указанный вами при регистрации в качестве абонента номер мобильного телефона. По электронной почте или на экран вашего телевизора. Уважаемые телезрители, будьте внимательны при регистрации ваших данных в качестве абонента. Пароль к личному кабинету высылается только на указанные вами контактные данные. Внимание! Сразу после регистрации нового абонента Tricolor TV пароль высылается на указанный при регистрации номер мобильного телефона. Проверьте, возможно, вы сохранили свой пароль в телефоне или записали на бумаге. Чтобы получить пароль к личному кабинету, зайдите на сайт www.tricolor.tv. В правом верхнем углу нажмите ссылку «Войти в личный кабинет». Выберите опцию «Получить пароль». В открывшемся окне введите номер ID своего приемника. Укажите способ получения пароля и нажмите красную кнопку «Получить пароль». Если выбрали способ получения пароля в виде SMS, сообщение придет на указанный в ваших регистрационных данных номер мобильного телефона в течение 20 минут. Аналогичным образом вы получите пароль от личного кабинета на электронный адрес. Выберите опцию «Получить пароль». Введите номер ID вашего приемного оборудования. Нажмите «Выслать пароль по e-mail» и кнопку «Получить пароль». Максимум 20 минут, и пароль окажется в ящике электронной почты, который вы указывали при регистрации. Запишите полученный пароль и используйте его для доступа в личный кабинет. В дальнейшем, независимо от способа получения, пароль может быть изменен на любой другой в разделе личного кабинета «Подтверждение данных». Если вы выбрали вариант получения пароля на ТВ, обязательно включите телевизор и приемник. Сообщение придет к вам на экран телевизора в сообщении ТВ-почты в течение 20 минут. Запишите полученный пароль и используйте его для доступа в личный кабинет. В дальнейшем пароль можно изменить в разделе личного кабинета «Подтверждение данных». Теперь, когда вы знаете свой пароль к личному кабинету, вы самостоятельно сможете управлять услугами и решать вопросы, касающиеся телесмотрения Tricolor TV. Нажмите зеленую кнопку «Вход». Как видите, это очень легко освоить. Личный кабинет — это не просто ваша персональная страница на сайте www.tricolor.tv. Это новый шаг в организации обслуживания, который вы делаете вместе с нами.